Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я хочу представить вам оформленную в бадет мою картину, вышивку бисером «Дерево желаний». Думала, что не получится оформить ее достаточно долго, но вот сложились обстоятельства так, что, слава богу, она теперь уже в бадете. Единственное, на мой взгляд, не хватает паспорту, но, возможно, через некоторое время, может быть, все течет, все изменяется, может быть, что-то и поменяется здесь. В той бадетной мастерской, в которую мы обратились, паспорту не делали. Ну, обстоятельства там у них объясняли, они самыми разными. И бадет выбрали вот такого вида. Можно было бы остановиться и на сиреневом, там был и такой, но фон немножко сливался, не совсем выглядело хорошо, поэтому определили для себя вот именно такой вариант. На мой взгляд, выглядит совсем даже и неплохо. Конечно, картина бы имела более укрупненный такой вид, если бы появилась паспорту, но что сделано, то сделано. Так что теперь будем надеяться, что все наши желания многочисленные будут выполнены. Выглядит оформление ну, вот таким образом, как вы видите, и оборотная сторона не совсем, ну, может быть, как мне хотелось, но спорить не с чем и не с кем, отдали и отдали. Вот на картон или на оргалит натянутое. Само это полотно подклеено, ничего тут не изменилось. Ну вот смотрю, что подрезано, думаю, что может быть следующую попробовать сделать самостоятельно. Я не переворачиваю сейчас на другую сторону, ну или вернее, вот так вот можно перевернуть, чтобы было понятно, как будет крепиться. Вот на таком шнурочке. Вешать еще не вешала, потому что не знаю пока, где должна находиться моя работа, пока греют душу и таким вот образом. И надеюсь, что скоро займет свое достойное место. Как вот можно здесь видеть, бисеринки выступают с полотна, на самом деле придают объем. Ну, в общем, я довольна и надеюсь, что те вышивальные приметы, в содружестве с которыми я делала эту работу, будут нести свою функцию, выполнять ее со всей максимальной пользой. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. Ставьте отзывы, пишите отзывы, ставьте оценки, высказывайте свое мнение. Всего вам доброго.